какой ты тупой, никогда не себе передумал. Задумался, бедолага. Уверен. Вы тупые. Он, ты уверен? Или может быть один? Аккаунт, у него нет баллов. Как ну давай юмп. Вот это краса, да, я тебе руки пас, ну просто краса, молодец. Ой, я видел только что опять. Братиш, если ты также хочешь пропасть в прокачку, но тебе также и не везет, то ты можешь воспользоваться моим спонсором, ведь это BANX, ведь там самые высокие коэффициенты, большие выигрыши, это самые надежные и качественные букмекеры. По моему промокоду ты можешь воспользоваться им и получить до 6500 рублей, но только при первом депозите. Поэтому давай юзай, и ты можешь уже заработать себе денежки на прокачку аккаунта своего же, и ни у кого не просить. Поэтому давай используй, а теперь погнали мою прокачку смотреть. Let's go, погнали, бро. Всем снова привет, дорогие друзья, с вами снова тут Gamer X Hollywood, и здесь я, и мы записываем на две вебки, наверное, да? Надеюсь. Да, в общем, смотрим сюда и сюда. Салем доста. Два глаза вот так вот, можете? Да, смотри. Нифига! Покажи. Давай еще раз. Да не, ну... А ты как-то вот так сделал. Я понял. Серьезно, так можно делать? Да! Мне так стрёмно, я с тобой общаться не буду никогда. Просто жесть, ребят. Ладно, у нас тут прокачка аккаунта. Паренек выиграл прокачку. Собственно, ребят, если вы не знаете, как выиграть прокачку, что нужно сделать? Обязательно быть подписанным на меня, ну это собственно, и зайти на мою страничку ВКонтакте. Я вам даже сейчас ради интереса покажу. И вот здесь вот как раз таки вот нужно репостить, там все условия прописаны. Ну, в принципе, ничего необычного, ничего сложного. Что-то ничего сложного, просто репост подписаться. А ты получаешь на аккаунт дофига алмазов. И где-то в общей сумме это 300 тысяч рублей на все прокачки я трачу. О, да, там очень много. А у меня уже конец идет. Оо, парень, успевайте, надо. Причем я иногда трачу больше. На репосте! Все, погнали, геймер, если ты будешь молчать, то тебе где будет шапалаха давать Вова Голливуд. Договорились? Договорились. Если ты будешь молчать. Я бы подписал. А вы меня перебиваете? Как я вас перебиваю? Смотрите. А мне все равно. Ну ладно, окей. Давай. Короче, мы сразу задонатили и получили вот эту вот топовую стенку. Да? Давай забирай, короче, ее. Слышь, она прикольная, кстати. А можно мне такую? Да. А если я подпишусь, поставлю лайк. Это как в тот раз было. Это баг. Ну ты получил. Я там что-то получил. А, Академия монтарей. О, кстати, рюкзак, чехол. Чехол, да. Ты да, чехол. Чехол. Ты чехол. А нет, вот тот чехол. А ты опять молчишь, и тебя хотят добавить. А какой я молчу? Если ты будешь молчать, то мы тебя будем... Мы под контролем. Да, теперь. Да, ребят, вот геймера будем бить. Кто хочет это, чтобы геймеру больше палатов, давайте лайки ставить. Давайте... Чат, если что, это не наш игрок, это не наша академка, и не надо говорить, что это все специально и так далее. Это наш игрок, и это... 37 тысяч лайков, и тогда мы бьем на видео шапалаха геймерексу. Поэтому срочно ставишь лайк вот прям вниз. Но можешь еще подписаться на него и подписаться, ну, конечно же, на Вову Холливуда, мы же ему добиваем. До конца лета 100 тысяч. А мне кажется, мы успеем, потому что осталось где-то 20 тысяч. А я успею 200к? Ну, может, мы больше сделаем, 150 до конца. А я успею 200к? Ну, типа, у нас было условие. Нет, условия, ну... Условия просто было, мы можем больше. А сколько был? Все, я вижу, что можно еще задонатить, так? О, нет, нельзя. Ну, а я задоначу. Нет. Почему? Я не хочу. А я хочу. Я бью шапалах опять. Давай. Ты задолбал, а ты молчал сидел. Давай, ты молчал, все по-честному, ну, геймер. Я вообще-то молчал. Геймер, все по-честному. Я уже ответил. Какой костюм? Давай, эники, беники, левый, маленький, беники. Левый? А еще у него есть. Эники, беники. Давай проверим. Эники, беники, класс. Фу, середина, вторую. Ну, там маска такая должна быть краткая. Вторую играем. Левый. Все. Как вообще не донатер? Ну смысл на бабу выбирать костюм? Левый, да? Он на мужика играет, он говорил. Только по стандарту. Блин, сейчас будет сложно. Почему? Сейчас будет очень сложно. Мне нужно поменять никнейм. Тройной. Тройной. У него есть? У него нет. Я бы сказал, мы ему сделали ЖМ. А у него есть? Жаба. ЖГ. 10-11 тысяч алмазов, по сути. ЖГХ. 11 тысяч алмазов. ЖГХ делаем, ЖГХ. 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 Пара, папа. Давайте. ЖГХ. Жаба. Холи. Гей.
Жабы-то равно гей-холлер. Это гей-холл. Это странно звучит, алло. Холл. Жаба-холл. Окей. Икс. Икс, давай. А, мер. Жаба-холмик. Холмик. Ну, да, прикольник холмик, слышишь? Давай. Холмик. Нормально? Нормально. Я еще такой ник. Или гей? Не, он себе. Какой ты тупой никнейм себе передумал. Задумался, бедолага. О, нормально. Все, Алак есть. Аватарочка прикольная, которая. Так, Алак, окей. А, теперь у тебя спрашиваю. А пропуск мы же купим? Пропуск давай, конечно. Он пропуск. Купил, нет, нету пропуска. Бери, нету пропуска. Конечно, там наборы топ. Это два набора, прикинь. Купить. Причем, кстати, штаны там классные, да, офигенные, там реально. Ну да, блин. Я вспомнил, как у тебя на стриме потом не догадывались. Многие говорят, что он говно почему-то. Мне, ну нормально. Ну сколько людей, столько мнений просто. Так, да. Ой, мы сейчас наполучим всего, у него там еще и медалик нормальный. Забрать все сразу, короче. Еще и алмазный купон. Небольшой спойлер, видос. Ну да. Да. Так, и эмоцию получили. Теперь я решаю. Теперь я решаю. Я решаю купить выгодную накрутку, потому что там по одному алмазу продается прикольная тема. Ну давай ему разок прокрутим, весь. В смысле, я выбираю, мы по очереди выбираем. А, накрутил. Так, слышь, ты лох. Так. Ну, блин, ты лох, кстати, а не я. Почему? Потому что он покупал пропуск. А чё я лайк? Давай, меня! Ау! Лайк ставил за то, что он тупой. Ай, кстати, говно. Бля, в смысле, о чём вы сказали? Так, 200 алмазов потерял. А я покупаю, наверное, дай бесплатную попытку, да? Ты можешь отдать еще алмазов, тащу просто? Ну просто, пожалуйста. Передай, пожалуйста, ему. Я вижу, что там уже купить можно. А, я хочу купить мотоцикл. А, я бы купил ему, ну... А я бы эмоции купил. Давай тогда на М-ку заберем. Да. А, давай и проверим сразу. Ну, у меня, конечно, нету эмки. Давай проверим, давай, лучше давай, сразу. Давай. Оружие? Да, у меня ага. Эмки. Все, вообще... Ну, генерал, да. Ну, кстати, что-то есть, что-то нет. Ну, о, кстати, МП-40 неплохой. Говно. Неплохой. Ой, ледяная это. Ну, горячо. Это бесплатно, давай. Ну, такое, такое, абсолютно. Такое, такое, вообще такое. Вообще пустой аккаунт. Не могу, ты вот такие аккаунты нравятся прокачивать. Ну, типа ты не донатеров нормально. Все, погнали. Погнали. Тогда я покупаю... Лутбоксы и потом новые. Не, он решает. Ну, я решаю. Да. Я, мне подсказали, я решаю. Чисто, ну, по логике. Так, да. Чё? Мы... Ты? Так, не, ну ты же докручивай его. Не, ну по очереди покажу. Да, я купил. Давай по событию, грубо говоря. А, ну давай ты туда. Так нет, ты это событие... Ну давай по очереди. Ну давай покрути. А, ну крути тогда бесплатно. Давай крутим. Вращаем барабан. Сколько мы? 2000 потратим максимум на него, да? Давай, ну давай. Можно, да. Все, окей. 99. О! И что о, у нас? Мотоцикл теперь можно поиметь. Да. Поиметь. Ну блин. Так, ты... что, мотоцикл? Ну, конечно. Ну блин, не за что алмазы, зато за 90. Блин, он офигенный мотоцикл. Ну да. За 99 алмазы. Так, что ты? Нам надо... Крутим. Надо, крутим тоже. Надо. Но сейчас покрутим, обновим. Можно еще тук-тук взять. Не, ну нахер, можно... Не, смотри, если скидка большая взять. Будет, не берем тук-тук. Не, 60% немного, кстати. А что поэффективнее, если обновить? Может там купоны будут? Да, кстати, давай. Давай. А что ты решаешь, Поп? Я решаю. Не, ну я... Амфибию? Скины? Давай амфибию возьмем. 479 алмазов? Да, ну амфибия красивая. Уверен. Вы тупые! Он, ты уверен? Или вы может тупые, быть давай, один? Аккаунт, у него а, ну а давай Орлова возьмем. Как ну давай Юм. Давай Юм возьмем, ладно. Юм. Ну да, Юм. Юм берем, ты все. Решаешь. Да. Ты, если ты плохо убираешь, то тебе дизлайки ставят. Ладно, о, давай, если давай. Взять такое, что забываешь. А, что? А. Балахов ему. Зачет? Ну ты молчишь, это сидишь, тупишь. В смысле, это, я знаешь, разговариваю. Это, так, я решаю теперь, да? Что он будет эмоция подзатомить теперь. Со что мы разговариваем. Да. Да. Давай, да, нет! Самый ужасный скид. Давай обновим, да? Да, вдруг купоны будут, хотя бы, ну, потолковый, по-братски. О, купоны. Говорю, даже два вида купонов. Ну, тогда мы забираем сразу раз. Можем крутануть, крутан... чтобы дешевле было, да, типа. Ну, крути. Крутим, теперь ты выбираешь. Там плюс, ну, я, не, я, блин, безусловно, а чё, а импосуар 70% какой? Скидка. Идеально. Ну, нормально. А чё, подожди, какой это импосуар, я не понял, вот этот? У него есть импосуар, у тебя у него два импосуарки, нормально. Тетра? Ну, типа, нет. Ну, там на урон, алло. Нормально, но, там подлый клон. Один, не, ну, все равно, клон есть. Не, не ну, факт, что он выпадет. Там, там подлый клон хороший, значит. Вообще. И вообще, я бы обновил бы. А, только... Давай, крути. Ну, все, забрал, все, он-то решает. Ну, крутим. А чё ты мне тут трогаешь? Извини, просто. Ну, уйди отсюда, кыш. Да. Нормально, мы сейчас эту штуку добиваем. У меня вообще видно, кстати, нормально. Так, и чё, но... чё, забираем им? Нет, подожди, нет, а чё там? Давай чё, обновим? Обновим, да. Им 40 вообще не нужен. A few moments later. Так, мы забрали выгодную накрутку. Варёте. Они всю добрали. Нам осталось
Где-то около косаря осталось потратить-то. Ну да, кстати. Ну вот было... две попытки, давай сделаем. Так, это я покупал УАЗик, а ты покупал УАЗик. Теперь я, да? Наверное. А, у нас две попытки осталось, он. Ну да, я говорю, как раз две попытки. Брат, у тебя 80% скидка будет, у меня один ломат, я не знаю. Я думаю, я обновлю. Ну, конечно. Возьми, наверное, набор, слышишь? Зачем? Говоря банда этого? Не, зачем он? Мы сейчас выберем все равно, мне кажется, крутой сет. Давай еще раз. Ладно, обнови, там дробовик нормальный. Дробовик что ли? Давай еще раз. Дробовик вообще 80 алмазов стоит, прикинь. Я куплю этот. Ну давай, типа, да, тачку докупим. Да. И я за один алмаз что-нибудь там, блин, не знаю, что там можно. Чего угодно. Но мы выбили все скины на тачке, которые именно по разделению. Амфибию мы забрали? Нет, мы сказали, Гейбер, ты что тупо? Ну типа, 80% это нормально. Один алмаз, дядь. Нет, давай это обновим, давай что, может там будет еще что-то прикольное. Мы забирали, а вот амфибия, давайте амфибию доберем просто последнюю, все за один алмаз. Но все. Один алмаз, а не 600 алмазов, геймер. Какая разница, а так и так, если только... Да геймер все равно уже 200 алмазов потратил. Ага, я мне уже шапалаху... Пропуск должен покупать. Вы мне же въебали шапалаху, так что... Так, что, все? Да, выходим отсюда. Так, все, мы забрали, давай коллекцию сразу зайдем, Дима там приглашает нас. О, Дима, я твой подписчик. Блин, да Диме надо... Чапалаху. Чапалаху, да. За приглашение. Еще раз так будет этот... Тегать. Мы можем минимальный забрать этот набор. Кстати, а можно яйцами делиться? Я нормально будет? Ну да, но мы еще не можем. Ладно, крути его. Вовле, Вань. А опять прокрутил? Да. Моя первая покрутка, погнали. Полный, что ли? Это веер вообще. Фаранг, веер, веник. Так, я кручу тоже. Я тоже кручу 5 попыток, у тебя ничего не выпало, кстати. Как сейчас упадет, сейчас он. Сейчас я знаю. Ага, да. Прокрутить с прокрутом, да? А? С прокрутом? Ну сразу, да, пропускайте, все резко прям. Такой! А это не я делал. Дай еще подождите. Дай мне на это. Нет, я нет, делал. Нет, по очереди. Ну, да, это не я, ну взять по очереди, по очереди. По очереди, дядь. Так, ты что? Обиделся, Вова. Че ты? Ну еще раз, я хочу еще. У меня тоже не упало. А ты сейчас прокрутил? Да. Где он уже крутил? Ну я прокрутил тоже. Крути его. Давай не будем. Давай другое пойдем. Сейчас, нет. Реально, если... Блин, дядь, это не работает. Ты хочешь дальше крутить? Ладно, давай еще раз и все. Пожалуйста, пожалуйста. Пропускаем или нет? Нет. Ну, хотя бы... Я сказал, два камня нам надо. Красава. А это все потому, что я стою. Вот это красава, да? Я тебе руку пожму, просто красава, молодец. Не, знаешь, так, забираем набор. Ну, даже голова высоко, пока дойдет. Вот так вот. Все, так, инкубатор мы забрали. Теперь я решаю, да? Да. Наверное, пойдем в оружейный джекпот. Давай. Или в алмазный. О, я пойду в алмазный. Ну, давай, изи. Ай, я выбил. Лох. Ай, понимаю. Штанцы модные, кеды есть, коробку на... Сейчас на 100 лайков выпадает, вы ставите лайки. Давайте. Да, это я только спорю. Ну, Вов, давайте, пацаны. Ты споришь, нет? О, а мне... О-о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 
Нет, ты сам, дядя! Понимаю! 90 дней! А чё я на твою кровать спать, я не понимаю? Я не знаю, чё отлично. А мне не лежать. Иди сюда, алло. В смысле некуда? Мне пятка въебал. Так ты сам просто поднял ногу, и ты такой, на, на. Ты давить его. Я реально чуть не трогал пятки, я просто так вот ногу взял, ты сам встал и ударил. Ага, ебать. Так, ладно, круто. Ага, здесь два лаки. Ну. О, нет, это тоже не будет. Пожалуйста. Не, ну, пожалуйста, я, пожалуйста. Я даже пожалуйста, увидел, пожалуйста, там не будет, пожалуйста, 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 пожалуйста. Я реально увидел, пацаны. Вы видели, нет? Это все ты захватил. Что вот он выпал из золотой коробки, я увидел, что его не будет настоящего. Все. Я вам серьезно говорю, вы что, не видели? Он тупой вообще? Я прям, нет, ребят, он тупой. Я прям увидел на микросекунду, что показали вот этот вот по 90 на 24 часа. Я вам прям отвечаю. Ребят, тут будет монтаж, магия монтажа. И если там что-то появилось, там максимально замедленно будет теме, то ладно, мы извиняемся. А если там ничего не было, то он дурик. Не-не-не, я прям реально отвечаю. Давай сделай еще раз глазами, как там. Я видел только что опять.
Мне кажется, что-то из этих игр тебе не стоит страдать, дядя. У него там что-то там. Да, он видит через этот, блядь. Ну, я понимаю, вот она выпала мне поэтому. Нет. Да. А, кстати, а вот моя следующая попытка. О! Ну, там помыть. О-о-о! Нормально. Я не радуюсь такому мусору. Сам ты мусор. Давай, это, кинем. Пацаны, вот сейчас, если 100 лайки, короче, это... Лайки ставите. И мои же заражать буду. Просто геймер вышел с счета. Геймер, выходи вот туда. Все, уходи. Уходи. Два из двух просто пустоту. Ай, понимаю. Высота большая? Да. Я пошел. Ну, я хочу потратить не больше 1,5 кусков на это. Мы сказали 30. Что, покупаем? Да, 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 да. Ну, 30, а на 135. Так, что, что, куда? Я на шестой. Я шестерке. Только на шестерке, да? Я почему-то шестерку вчера крутил, у меня шестерка выпала. Пропускаем? Да, давай. Геймер, помоги мне, пожалуйста. Я думал, вы меня сейчас по кукохам желтните, подождите, у меня где-то телек. Вон, да, вон. Вообще красивый скин. Нет, блин, ну она самая топовая. Вот на данный момент это самый топовый скин на XM8. Вот кто бы что... Оп! Меня не надо пить. Наконец-то. Мне не надо пить. Пацаны, успокойся. И только успокойся. Без трубка прикладывай. Меня сразу. Меня не надо пить. Нет, ну это нет, это топ. XM8 вообще топ. О, и еще более. Теперь точно можно... Дядь, шапалаха можно ударить. Не надо. Давай один раз, дядь. Один раз. А вот же мне повезет один раз тоже. Нет, крути свой купидон. Ебать, я ему и это выбил. Купидон вонючий, крути свой. Ты все выбил с того этого. Выкинь, я все выбил. Выкинь, он сейчас выпадет. Вообще с того везунчики. Такого не бывает. Если бывает, мы лучше полагаем. Сковородка ему. Да, я же говорю. Нет, Скарр, это вообще какой-то заклятый Скарр отвечает. Так, что теперь? Мне на дробовик оставьте. А тебе хватит, кстати. Точно? На дробаш хватит, да. Ну выпади. Оп, наконец. Наконец-то. Что с ним делаешь? Да хорош, садись уже обратно, закручивайся другой. Что с ним делаешь? Я его скинуть хотел еще раз. Я сижу компактно всех, мне хорошо, я кайфую. Мне он не нравится. Да почему не нравится? Эмочка, эмочка, родная эмочка. Просто жесть, алло. Да, сканеры купил. Я, кстати, больше всех, получается, стволов выбил. Вообще-то я тоже самый крутой выбивал. Ты вообще, да. Ну ты вообще жесткий, потом я жесткий. Давай. Лиловый ужас. Мне вообще грустно. Ну, мне в принципе, это нормально для меня. Типа, это моя удача. Алло. Удачи. Накрутка, уровень бог. Чё, ну это хрень. Ну нормально, хотя бы что-то. Ну хотя бы что-то. Давай добей. Сейчас уже хоть что-то. Ну пожалуйста, ну отдайте мне хоть что-то. Не забей просто. Просто. Мы ему сейчас качнули так аккаунт, мне кажется, да, как я никогда не качал. Это прям вообще по оружию. Это прямо, да, там оружие, скины, тачки, эмоции, рюкзак. Не, ну мы все сделали, что мы. Все, пропуск, ребят, пропуск 37 тысяч лайков. Вы довольны. Он такой тупой. Ребят, подписывайтесь на GamerXA. Естественно, на Лоу Холливуда, если хотите, чтобы вам также вещи падали, ну и на меня, собственно. Участвуйте в прокачке. Участвуйте в прокачке, всем спасибо, всем удачи и всем пока. Пока, пока. Да, ну не надо, ну пожалуйста. Конец.